На прошлой неделе объектами злоумышленников вновь стали автовазовские машины. В основном вскрывают автомобили, не оборудованные сигнализацией. Так, например, с двух машин на проспекте Музрукова были украдены запчасти. Была похищена аккумуляторная батарея. Машина стояла без сигнализации. Капот вскрыли. Ущерб составил около 4000 рублей. Сотрудники ГИБДД провели операцию «Автобус». Проверили автобусы муниципальных предприятий, которые привозят в наш город рабочих из ближайших населенных пунктов. Всего осмотрели 18 единиц транспорта и составили 2 административных протокола. Одно нарушение по статье 12.5, части 1, это управление автобусом, которое имеет технические неисправности, при которых запрещена эксплуатация. И одно нарушение, связанное с нарушением предрейсового технического осмотра автобуса. Водители автобусов и должностных лиц, ответственных за перевозку людей, привлекли к административной ответственности. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.